Ну так что там с этим контрабандистом? Ты его прогнал? Я прогнал контрабандиста. Вот доказательство. Хм, неплохо. Но не слишком-то пока надейся. Тебе еще осталось пройти одно испытание. В чем оно заключается? Ты должен доказать, что сможешь обеспечивать Айви. Поэтому я хочу, чтобы ты убил трех больших и сильных оленей и принес мне их рога в качестве подтверждения содеянного. У меня лука нет. Не одолжишь мне? Нет. У тебя же в конце концов есть ноги и мачете. В мое время мы убивали кабанов голыми руками. Ну, тогда и я справлюсь. Вот и посмотрим. Я сказал Айви открыть тебе ворота в оленью чащу, когда ты закончишь разбираться с контрабандистом. Отправляйся к ней. Все в порядке? Не сейчас, позже говорить. Эй, Хальвин, как дела? Меня немного беспокоит корабль, который я недавно заметил на горизонте. И что же это, по-твоему, за корабль? Может, военный корабль мертонийцев? Надеюсь, что нет. Но это вполне возможно.